Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Ярослав Чекланов. По распоряжению Минздрава России в настоящее время в Карачаево-Черкесии работает делегация сотрудников Башкирского государственного медицинского университета. Медработники приехали, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сводная команда врачей знакомится с работой медицинских организаций, оказывает консультативную и практическую помощь жителям республики. В составе делегации 12 высококвалифицированных специалистов – пульмонологи, анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, хирурги и другие. Ряд из них работает в ковидных госпиталях, а также оказывает помощь в амбулаторно-консультативном центре на базе Черкесской городской поликлиники. Башкирские медики не только оказывают конкретную помощь пациентам, но и помогают выстроить оптимальный алгоритм борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Хотелось бы отметить хорошую логистику, выверенную маршрутизацию ведения пациентов, такого отношения, такого ведения, курации пациентов от начала первых симптомов до окончания клинического случая, наверное, даже, наверное, в Уфе нет. Так, чтобы такого индивидуального отношения, это, конечно, очень поражает. И я радуюсь за ваших пациентов, что они на таком хорошем, жестком контроле со стороны врачей. Полностью, я считаю, они обеспечены и с лабораторной стороны диагностика, и КТ при необходимости, и мониторинг ежедневный. Это внушает прям чувство уважения. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 37 777 человек, из них 32 134 выздоровели, 516 человек госпитализированы. В городской поликлинике Черкеска на базе психоневрологического диспансера открылся дополнительный центр амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ. В случае проявления симптомов любой человек может обратиться в центр за консультацией и обследованием. О том, как работает новый амбулаторный центр, расскажет Карча Биджиев. Количество обращающихся людей с респираторными заболеваниями со всей республики немаленькое, и Министерством здравоохранения принято решение о запуске амбулаторного центра на базе республиканского бюджетного лечебно-профилактического учреждения психоневрологического диспансера. Хорошее расположение в центре города плюс транспортная доступность позволит любому с легкостью добраться до поликлиники. Для удобства жителей амбулаторный центр будет работать ежедневно с 8 до 20. Двух и без выходных. На сегодняшний день этот центр работает достаточно неплохо, то есть люди обращаются, проводится осмотр, проводится диагностика, выставляются предварительные или окончательные диагнозы. В первый день запуска центра уже было 14 или 18 где-то людей. На сегодня примерное количество, это около 60-70, вот в данный центр. В новом амбулаторном центре работают 3 терапевтических кабинета, процедурные для взятия анализов. Также в центре проводят дифференциальную диагностику респираторных заболеваний, экспресс-тестирование и взятие мазка на ПЦР-тест. Полученные данные о больном передаются участковому врачу или поликлинику по месту жительства. В амбулаторный центр может обратиться любой с подозрением на признаки коронавируса. Пациент при себе должен иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Чем лучше со сводом полости рта? Потом открываем колпачок и вымачиваем все, что мы забрали. Закрываем это на диспозицию на час, потом утилизируется. И вот это выливается в эту луночку. Пожидаем через 30 минут, если одна палочка вот такая красная, это тест, экспресс-тест отрицательный. Если две палочки, экспресс-тест положительный. Потом идет на прием к врачу, врач опять решает, что надо взять уже ПЦР-тест, где мы мазок берем уже из носа, из рта,
и уже отправляем в Роспотребнадзор. Первый амбулаторный центр, который был запущен на базе Северного госпиталя, дал хорошую возможность расшириться и принять большой объем пациентов. Наличие лабораторий, КТ-диагностики, многие обследования можно пройти, как говорится, не отходя от кассы. Все это поможет определить диагноз, а также сэкономить время. Харчабиджиев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами осадки, снег, ночью в отдельных районах сильные, ночью и утром местами туман и гололед. Ветер западный 5-10 метров в секунду, в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью 0-5, в горах до 10 градусов мороза, а днем до плюс 5 и местами до минус 5 и на дорогах гололедица. В Черкесске ночью и утром снег, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -1, -3, днем 2-4 градуса выше нуля, ночью на дорогах гололедица. Впервые в Черкесске. Выставка «Страна обезьян и пушистиков». Мартышки, игрунки, карликовые бегемотики. С 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства. На Горького, 8. Девчонки, шубы из норки со скидками до 50% от Снежки приехали в Черкесск только с 9 по 13 февраля. Ждем вас в Центре развития предпринимательства. Для вас рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет – подарок. Продолжаем выпуск. Министерство по делам молодежи организовало информационно-обучающий тренинг по продвижению бизнеса в интернет-портале. Цель мероприятия – поддержка молодежи в выстраивании работы и реализации товаров на торговых онлайн-площадках. Подробнее вникал в вопросы бизнеса Карчабиджиев. Многие люди перед тем, как сделать первый шаг к созданию своего бизнеса или реализации своих идей, часто сомневаются и задаются вопросами. Получится ли то, чем я хочу заняться? А может, все это пустая трата времени и средств? Так, на одном из мероприятий, посвященных Дню образования российского бизнеса, рассказали, как начать свой бизнес на различных торговых площадках, маркетплейсах и что нужно для первого шага. Любой желающий может прийти и обучиться тому, как правильно выводить свой бизнес из офлайн в онлайн режим. Торговая онлайн-площадка. Что это такое и с чем это, как говорится, едят, рассказал основатель онлайн-офлайн школы Руслан Алиев на одном из своих семинаров. Я так предполагаю, в рамках нашего семинара поймут, как правильно выходить на рынок, какие плюсы продажи на маркетплейсах есть, в отличие от офлайнов и одностраничников, сайтов отдельных и так далее. То есть возможности, так скажем, маркетплейсов в настоящий момент безграничные. Данный семинар был реализован при поддержке Министерства по делам молодежи. Они считают, что этот опыт не должен быть упущен. Ведь в нашем регионе созданы все условия для реализации своих идей, и торговые онлайн-площадки могут в этом помочь. Производители, у которых есть товар высокого качества, который относится к категории более чем конкурентоспособного, и, конечно, организация и проведение подобных мероприятий с нашей стороны и со стороны других органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики окажет содействие в успешной самореализации молодежи Карачаево-Черкесии в предпринимательской деятельности, в том числе посредством выстраивания и реализации алгоритма продаж на маркетплейсах. В настоящее время более 300 производителей из Карачаево-Черкесии вывели свои товары с офлайн-режима на торговую онлайн-площадку и тем самым в разы облегчили себе работу. Карчабиджиев, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сотворить шедевр своими руками. Проект «Кочегу» имени Умара Алиева, Центр обучения традиционным ремеслам Карачаево-Черкесии, попал в топ-5 лучших проектов высших учебных заведений Российской Федерации. В рамках работы центра будут проводиться занятия по направлениям художественная керамика, обработка металла и древесины, а также по искусству войлока и вышивка золотом. Пройти обучение могут представители молодежи от 15 и до 35 лет. О функциях проекта и о том, как можно научиться своими руками создавать произведения искусства, узнавал Алихан Лепшоков.
В течение 2 дней школьники будут знакомиться с различными направлениями деятельности Центра обучения традиционным ремеслам Карачаева-Черкесии на базе КЧГУ имени Умара Алиева. Это прекрасная возможность для молодежи научиться создавать своими руками произведения прикладного искусства. Специалист управления по молодежной политике и социальным проектам КЧГУ Роберт Баскаев подчеркнул, что ребята смогут приобщиться к культуре и выявить творческий потенциал у начинающих мастеров. После того, как вас проведут по экскурсии и покажут то, что наши студенты, наши мастера делают собственноручно, то есть это не станки, не Алиэкспресс, чтобы вы понимали, это они сами делают своими руками. Вы поймете свои силы, что вы сможете по итогу делать. А к чему это все? Вы увидите результаты, вы поймете, какой путь вам придется пройти, увидите мастер-классы, и в феврале, когда мы выходим на обучение, мы все стартуем в школе уже в полноценной, где можно получить будет сертификат о том, что мы прошли обучение. Университет полностью идет нам навстречу. Центр будет функционировать по 5 направлениям. Один из интересных сфер прикладного искусства – художественная керамика. Преподаватели продемонстрировали ребятам, как можно создать посуду из глины и керамики. А это уже курс по вышиванию золотом, где юные мастерицы смогут украсить полотно из ткани яркими и переливающимися узорами. Для выполнения этих изделий нужно получить необходимые навыки и иметь талант к творчеству, отмечают мастера традиционных ремесел. Можно такую работу выполнить где-то за полчаса, за час, например. Кто как работает. А уже выполнять работу вот такого характера, когда ты создаешь орнамент на изделии, это после точения, это уже занимает много времени. У кого-то неделя может пройти, кто-то за 2-3 дня может выполнить. Насколько он плотно занимается этим делом? То есть сколько времени он уделяет этому? А это уже мастерская, где можно превратить материалы из дерева в различные шедевральные изделия. А здесь создают произведения искусства из войлока. Для нас очень важно прикоснуться к традициям и истории наших народов, отмечают школьники. И совсем скоро проект начнет работать и позволит организовать досуг жителей и помочь молодежи определиться с выбором будущей профессии. Алихан Ипшоков, Аслан Герюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. У любительниц меховых изделий есть шанс приобрести шубу с 50% скидкой. Меховая компания «Снежка» в Черкесске открыла свои двери сегодня и по 13 февраля. Включительно будет работать в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8. Шубы можно купить как за наличный расчет, так и в рассрочку. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Попав на выставку «Снежка», глаза разбегаются от такого обилия качественных и шикарных меховых изделий. Огромный ассортимент превосходит все ожидания. Обновленная коллекция порадует покупателей, а опытные консультанты смогут помочь каждому с выбором по фигуре и по карману. Рада вам сообщить об открытии нашей огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. Для тех, кто ждал скидки до 50%. Мы привезли большой, полностью обновленный ассортимент норковых шуб с гарантии прекрасного качества, разной длины цветов, любых фасонов, от классики до ультрасовременных моделей, от 40 до 66 размера. Также у нас имеется ассортимент меховых жилетов, которые мы с удовольствием дарим нашим покупателям. Консультант Светлана рассказала также об идеальных условиях рассрочки. Это займет всего лишь 20 минут вашего времени. Вы можете приобрести любое изделие в рассрочку до 3 лет, без первоначального взноса, без переплаты и никаких банковских страховок. И при всем этом вы гарантированно получаете меховой жилет в подарок. Кроме того, каждое изделие имеет электронный паспорт со своим индивидуальным номером. Каждый покупатель самостоятельно может проверить историю шубы, что она действительно пошита в России. Каждая шубка имеет сертификат качества, при том, что мы даем гарантию на 2 года. Консультанты с нетерпением ждут своих покупателей и с легкостью помогут подобрать лучшие варианты. Мы работаем каждый день с 9 до 20 часов по адресу город Черкесск, улица Горького, 8, Центр развития предпринимательства. Ждем всех к нам на примерку. Как жители Черкесска, так и гостей города. А вот жителям станицы Зеленчукской и близлежащих поселений не надо никуда выезжать, потому что... Мы будем у вас со скидками 14 и 15 февраля по адресу улица Мира, 26. Это гостиница рядом с почтой. Приходите, будем рады вас видеть. Альбина Курочинова-Кенжева, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести прямо сейчас. Продолжение сериала «Склифосовский».